Ученые утверждают, что с аритмией знакомо 95% населения земного шара. Она проявляется даже тогда, когда влюбленный смотрит на объект обожания. Ну а аритмия рознь. Разговор об этом пойдет в очередном выпуске программы «Линия жизни». Брадикардия, пожалуй, одна из самых грозных видов аритмии. И единственный способ ее вылечить – это имплантация электрокардиостимулятора. Я вам могу честно сказать, что вообще эра кардиостимуляции, если брать ее в медицине, это эра, которых всего несколько, которые резко увеличили продолжительность жизни. Вот с появлением антибиотиков, да, у нас резко возросла жизнь, и с появлением кардиостимулятора. Потому что раньше люди с брадиаритмиями раз и умирали, все. А потом появился кардиостимулятор, и оказалось, что человек, который умрет, может прожить еще 40, 50, 60, 70 лет. Потому что вот такой маленький приборчик, который весит 20 грамм, будет его спасать много-много лет. До операции у пациента сердце билось примерно около 30 раз в минуту, и это очень опасно. Но сейчас, буквально после установки электрокардиостимулятора, его сердечный ритм набирает обороты до 80 раз в минуту. Теперь жизнь пациента вне опасности. Сегодня в 16:05 Анна Лиманская расскажет о том, кому может помочь такая операция и развеет мифы, связанные с кардиостимулятором. Не пропустите.